Коллеги, каждый год мы собираем мастера головоломок. Обычно это очень сложно, но вот эти претендент продвинутые, вообще-то вам рассказывать нечего. Вот это жестоко, я записал видео, у меня заблокировали, потому что я музыку не отключил от меню, поэтому расскажу, что про мастер головоломок сделал за 3 минуты. Вообще не вижу ничего сложного, и причем из игроков, имеющихся в наличии. Давайте быстренько пробежимся. На ворота Ромео Аргентина. Защита тоже Аргентина Мартинес, Премьер-лига. Аргентина защита из одного клуба взял не из одного клуба, то есть вот у меня да Бока Джуниорс, Рамира, и вот какой-то еще у меня тоже игрок с Бока, вот этот Джуниорс, побольше сыгранности добавить. Так, дальше в защите Зерикадин Медина. Центральный полузащитник Премьер-лига Бантакур. И Палакос. Слева дамочку поставили. Селнер. Google Pixel Фраун Бундеслига. Справа по защите Бьемо. Брентфорд Премьер-лига. Атакующие фланговые нападающие Адвинкула из Бока Джуниорс. Левый нападающий Барко из Риверплейт, Лига Репертадорес, и в нападении Гонсало Рамос из ПСЖ. Вообще очень простое задание. В прошлом году так заставляло задуматься, и самое главное из игроков из наличия. Всем удачи, спасибо за внимание, пока-пока.